тренер команды института имени Герцена. По игре только одно могу сказать. Противник достойный, сильный противник. Вот. Но большая просьба к организаторам в подборе судьи. Вы понимаете, тут трудно обвинять судью. Не то, что он плохо судит, он не умеет судить, понимаете? Вот, больше всего. А так, нормальная игра. Спасибо. Примем к сведению. А как вы считаете, чего не хватило команде сегодня, чтобы победить? Ну, у нас по-прежнему троих основных игроков нет. По-прежнему они... Ну, даже... Ой, я сейчас перечислю, кого нет. Дело в том, что мы же практики, врачи-то. Ночные смены, дневные смены. Не хватает времени тренироваться, да? Какие тренировки? У нас на тренировки времени нет. Мы только вот сейчас начали втягиваться. У нас был прошлый сезон трудный, мы в финале национальной мини-футбольной лиги, а там посерьезнее турнир. Так что здесь, я не хочу сказать, что мы недооценили, нет, наоборот, мы готовились. Но много новых игроков, а, к сожалению. Хорошо, спасибо, удачи. И потом у нас большая разница, возрастные игроки. У нас не одна молодежь, которая играющая. Тут видно команды играющие. Я не знаю, кого она защищает. Ну, это не профессиональная команда, но очень хорошая команда. Во всяком случае, мы 3 года играем в этом медфарм. Такого уровня не было. Первый раз. Хорошо, спасибо.